В Москве состоялась 16-я церемония вручения ежегодной профессиональной премии «Внедорожник года». Это первая российская премия, что профессионально оценивает самый быстро растущий сегмент российского авторынка – внедорожники и кроссоверы. В состав экспертного жюри конкурса входят авторитетные представители автомобильных СМИ, а в так называемое «большое жюри» – все автолюбители, проголосовавшие на официальном сайте и в социальных сетях премии. К слову, в этом году участниками голосования стало рекордное количество людей – 22 тысячи жителей России. И в номинации «Среднеразмерные кроссоверы» по версии народного жюри лучшим стал обновленный Outlander 21-го модельного года. Напомним, что внешнюю новинку можно опознать по черным багажным рейлингам и радиаторной решетке, стильным накладкам на противотуманные фары, колесным дискам нового дизайна и небольшому спойлеру на пятой двери. Некоторые изменения произошли и в салоне. Сиденья получили комбинированную обивку, а мультимедиа-комплекс с 8-дюймовым тачскрином — дополнительные функции. К навигатору, голосовому ассистенту, Яндекс.Музыке, бесконтактной оплате топлива из машины и интернет-браузеру добавили сервисы МТС-музыка, онлайн-кинотеатр «Кион» и возможность воспроизведения видео с USB-носителя. Но и на этом еще не все. Чуть расширено оснащение. Младшая комплектация Inform обзавелась органайзером под полом багажника, а следующая за ней версия Invite — электроприводом пятой двери. В свою очередь, обновленный рамный внедорожник Pajero Sport одержал победу в номинации «Среднеразмерные внедорожники» по версии экспертного жюри. В ходе недавней модернизации несколько увеличились длина и высота внедорожника. Кроме того, свежее издание рамного Mitsubishi отличается оформлением передней части и дизайном задних фонарей. Также изменились бамперы, решетка и вся оптика. Плюс стеклоочистители обзавелись обогревом в зоне покоя, а среди опций появилось активное освещение поворотов. В салоне прописались два 8-дюймовых дисплея для приборов и главного экрана медиасистемы Mitsubishi Connect. Центральная консоль была полностью переделана, плюс добавлены электронный ручник и система предупреждения о наезде сзади. А пассажирам второго ряда адресованы силовой USB-разъем и розетка на 220 вольт. Добавим, что Mitsubishi Outlander получил премию «Внедорожник года» впервые, а для Pajero Sport она стала второй.